Сорт томата – аксаканская драгоценность. Это среднеспелый сорт, 110-120 дней проходит до созревания плодов. Высокорослый сорт от 1,20 м до 1,60 м в высоту. Это вот такие большие плоско-округлые с небольшой ребристостью на плечиках плоды. Расцветка у них неимоверная. Смешанные оранжевые, красные, желтые и розовые переливы. От макушки идут розовые разводы с малиновым оттенком. Мякоть такая же многоцветная. Масса плода от 180 до 300 грамм. Но при идеальных условиях выращивания томат может быть весом до 450 грамм. Куст у этого сорта крепкий, можно выращивать в 2-3 стебля. Лист картофельного типа. Это старинный сорт. Вот так выглядит томат в разрезе. Он очень мясистый, очень сочный, многокамерный. При более полном созревании мякоть становится разноцветная. И розовые есть серединки, более оранжевые, желтые. По вкусу томат сладкий с небольшой кислинкой. Выращивать его можно как в открытом грунте, так и в теплицах.